Кто-то сегодня уже говорил, что вот там Михаил Степанович Сочинюк сидит, который очень уважаемый вертолетчик, и я у него дома писал песню, я ее сегодня пел. Есть еще здесь один уважаемый вертолетчик, чуть-чуть помоложе, но не менее заслуженный. Ну, я скажу, умудриться убедить министра Сердюкова сохранить полк прославленный, который там просто шел под нож, ну, это не каждый может, я думаю, вообще никто не может. Это мог Дмитрий Сергеев. Вот эта песня, которую я написал, я у него дома ее писал. Это тоже вертолетно. Ласточки летают над землей. Низко, значит, снова не погода. На утюжем небо здесь полгода. Значит, полтора. Я живой. Натрий умножается войной. Вот и с нами видно все на глаз. И если мы летим предельно низко, это значит, нам до цели близко. Крайний или последний этот раз Бог решит, мы верим, Он за нас. И, конечно, верим мы в бою, той, что никогда не подводила. Кто-то называет крокодилом птичку, про которую пою, ласточку пятнистую мою. Подтвердят нам трассеры расчет, не ошибся летчик-оператор. Нынче он, как в фильме «Терминатор», все, что снизу, убирает в лед. Наш привет он тем не нашим шлет. Скажет, кто не страшно, мол, вранье. Нас пугают снизу пулей дурой, отвечая всей номенклатурой. Птичка разметает воронье, мы втроем под небом у нее. Душу винтокрылую свою вместе с нами ты не погубила. Обозвал же кто-то крокодилом ту, что вместе с нами на краю, ласточку пятнистую мою. За спиной молотит пулемет, бортовой наш парень не из робких, обложился лентами в коробках. Пулеметный сам себе расчет, бортовому общий наш зачет. Надпись, что опасно у хвоста, даже дуракам ее смысл ясен. Нынче я действительно опасен. Горный край меня уже достал. К черту живописные места. Все года, что вместе с ней в строю, красотой меня с ума сводила. Что за дурень кричит крокодилом? Что выручает нас в бою, ласточку пятнистую мою. Да-да-ра-па-па. Да-да-ра-па-па. Словно 100 разгневанных богов всю на нас обрушили свирепость. В небе словно маленькая крепость, мы видим огонь из всех стволов. Нам иначе не сносить голов. С нашей птичкой мы не отвернем, не проходят с ней такие штучки. Бережно держу ее за ручки, словно в танце, в
кружим мы вдвоем, мы танцуем танго под огнем, с той, которой песенку пою, с той, что нас от смерти уводила. Я убью того, кто крокодилом обзовет любимую мою, ту, что выручала нас в бою, ту, что вместе с нами на краю, ласточку пятнистую мою. Спасибо. Ура! Кстати, Сергей Владимирович, это у вас дома было, когда товарищ генерал. Это вы рассказывали, как у вас бортовой постоянно в Афганистане ходил с этой машинкой, наматывал ленты там себе, и вот это в этой песне отразилось. Так, на всякий случай. Ладно. Опять же про вертолетчик. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете, бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне подарок 500. Кему? Начитался в детстве сказок, без родительских подсказок. Я хотела летать, как Карлсон, и верожить между крыш. Да небес казалась малость, и легко во сне леталось. Только в детстве все осталось, толстый Карлсон и малыш. Эскимо на вертолете, даже если сильно ждете, не бывает, не найдете. Сказка ложь и мультик врет, вряд ли вы меня поймете. Но хотелось жить в полете, и с детства вертолетик превратился в вертолет. Вертолетик. Вертолет. По горам, полям и весям, облака винтами месим, как малыш и Карлсон вместе, разлучить не смогут нас. В небе жизнь совсем другая, пусть земля меня ругает. Я по воздуху шагаю, сжав ладошкою шаг газ. Торты, эскимо, конфеты, все остались в детстве где-то. Возим бомбы и ракеты, раздаем тут-тут-тут-тут. И в десанте, и в пехоте мой зеленый вертолетик в исключительном почете. Нас всегда с надеждой ждут, а ждут. Вертолетик. Вертолет. Как мальчиш плохиш из книжки, нехорошие мальчишки достают порою слишком. Вспоминаем чью-то мать, кто с рогаткой, кто-то с пушкой. Все берут меня на мушку, отобрать хотят игрушку. Вертолетик поломать не дам. И тогда я, огрызаясь, во все тяжкие пускаюсь, и за небо я хватаюсь, каждой лопастью держусь. Нам домой вернуться нужно, с вертолетиком мы дружно под огнем свой танец кружим. Он герой, я им горжусь. Вертолетик. Вертолет. Вертолетик. Вертолет. Мы полжизни с ним летаем, выручаем и спасаем, отдохнуть и не мечтаем. Поменялись только мест. Вдруг из детства тот волшебник прилетит и даст учебник,
чтобы понял я, зачем нам этот наш воздушный крест. Прилетит на вертолете неотложно по работе, и заботясь о пилоте, детство меня возьмет, даст пломбир, кино покажет, сказку на ночь мне расскажет и подарит, может, даже свой мультяшный вертолет. Запускай вертолетик. Посадки словно знаки препинаний, устали от внеплановых заданий. Здоровый сон несбыточной мечтой, и кто бы нам скомандовал отбой. Домой не успеваем, позвоню жене, скажу, что снова улетаем на север, и когда назад не знаем. А сам на юг с ребятами махну. У нас сегодня чартер на войну. Солдатики поднимутся на борт и из зимы отправятся в весну. Нас не курорт и ждет аэропорт. У нас сегодня чартер на войну. Крутой глиссадой, словно камнем вниз, коллеги за бугром так не умеют. Мальчишки вмиг притихнут, побелеют. Нормально, лишь бы кто-то не раскис. У нас заход всегда здесь, как на бис. Их уведут, а привезут других. В обратный путь мы снова санитарим. Мы с доктором кому-то шанс подарим. Дай бог, чтобы этот путь не стал для них дорогой намерений благих. Солдатиков на борт к нам занесут, для них теперь так много на кону. Кому-то не судьба и не спасут, будь проклят, чертов чартер на войну. Луна таблетка в блистере висит. Идем ночной глиссадой к дому вместе, и привода огни, как будто крестик, который нас спасет и сохранит. Господь нас все спасает и хранит. А дома ждет она, моя любовь, шутя мне скажет, где вас буря носит, и что за пятна на комбезе. Спросит, пусть Бог простит, но я совру ей вновь, скажу, что это кофе, а не кровь. Звонили в перерыве, это я вот, ну вот, немножко мы к военно-транспортной авиации, там в Оренбурге просили вот песню, которую сейчас пою, не только в Оренбурге, ее и здесь просили. Что насупился Илюха, ничего ли это дозыри, набивает снова брюхо, груз швартует технари, носят ящики солдаты и закат акварель, только нам не до заката, рампа Тельфер. Апарель. Рампа здесь не значит сцена, палуба не значит флот.
Мы не взвинчиваем цены надписью «Аэрофлот». Мы летаем, где стреляют, экипажи не впервой. И Илью не испугают, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трутяга. Турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша работяга, бродяга наш транспортяга. Горбом по небу столько лет. Нам лететь туда, где жарко, с дозаправками маршрут. Полный борт гуманитарки, там на месте разметут. Мы спасаем чьи-то души, близких видим лишь во сне. Не печалься, брат Илюша, лучше так, чем на войне. Это лучше, чем когда-то, полным ящиков бортом. Возвращали мы солдатов в их последний вечный дом. Улетали от печали, снова в небо с головой. Где-то вновь с надеждой ждали грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трутяга. Турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша работяга, бродяга наш транспортяга. Горбом по небу столько лет. Чай, печенье и конфеты надоели нам уже. Штурман курит сигареты там на нижнем этаже. Техник мыслит о посадке, что сготовить на обед. Если что, всегда в порядке, у него велосипед. Распростер Илюша крылья, вместе с грузом нас несет. Коридор ему открыли, значит, он людей спасет. Эх, Илья, небесный пахарь, горб на спинке трудовой. Если где-то что попахнет, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трутяга. Турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша работяга, бродяга наш транспортяга. Горбу по небу столько лет. Снизу пальмы по глиссаде из-за зимы встречают борт. Заведут нас и посадят в незнакомый жаркий порт. Местные не бьют баклуши, как от души нальют Илюше самый вкусный керосин. Командир на борт вернется, весть благую принесет. Наш Илюша улыбнется нижним блистером, блеснет. Нам наградой не медали, поскорее путь домой. Руды снова в максимале, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трутяга. Турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша работяга, бродяга наш транспортяга. Горбом по небу столько лет. Рассказывал эту историю, спасибо. Но это просто показательно, действительно, когда я допел песню у нас в Беларуси, и командир авиабазы, который летает на Ил-76, сидел командующий ВВС, он говорит: «Не-не-не, у нас не курят в штурманской кабине». Ну, по ходу песни. Я все время вспоминаю, когда я из Иваново летал на десантирование экспериментальное, и там экипаж был, командир экипажа был из КБ Ильюшина, а все остальные ребята из Глица. И штурман был такой пожилой,
значит, вот Володя наверняка его знает, Евстафьев. Я фамилию не запомнил. Лепешкин. Да, ну он просто зашел в кабину, быстренько снял ботинки, одел тапочки и закурил. Вот, ну ладно, опять про большие самолеты. Вот мы с Вадимом все время говорим, надо же что-то перед песней рассказать. Опять же, я сегодня у меня так позалую несколько человек. Михаил Степанович, ты уж меня извини. Я действительно прилетал в Благовещенск, вот откуда он сегодня прилетел. И каждый раз мне не получалось залететь в Сирышево. Там вот дальники стоят именно на этих самолетах. И вот крайний раз, когда я там был, именно Михаил Степанович на Еврокоптере, меня в центр города. Я летал на вертолетах, на концерты, на Кавказе, еще где-то, но чтобы вот так перед домом офицеров приземлиться, выйти. Михаил Степанович был в костюме, если он помнит. К нему сразу подошел какой-то дядечка и сказал: «Вы мэр?» «О, нет, ставить, вы губернатор?» Вот, ну ладно, это отдельная история. Вот, но тем не менее, все-таки наконец-то мне удалось спеть, дать концерт дальникам. Пройдя рулежкой на полет, на полосе корабль замрет, на исполнительном мамалипа все по карте. Винты все 8 на упор, разбег, отрыв, вираж, набор, а все проблемы мы оставим там, на старте. Маршрут проложен не на глаз, мы верим штурману на раз. Здесь интернета нет и недоступен Google. И как полсотни лет назад, бомберы словно на парад идут на север, чтоб потом уйти за угол. И словно литерный наш борт сопровождает нас эскорт. Вот только нет на небе оркестровой меди. И где-то в натовских штабах шифровки строчат в попыхах. Летят в Атлантику российские медведи. Летят в Атлантику медведи. Пролитый кофе обожжет, болтанка нас не бережет. Погода дрянь, и мираторий сплошь засветки. От фюзеляжа револьвером производства СССР сказали янкисы, что русская рулетка. И вместо радостных вестей карма доложит про гостей. У плоскостей повиснет пара супостатов. Они ведь тоже на пролом и чуть не в блистерном крылом. Такие борзы, как правило, из Штатов. Но не изменит курса борт, хоть и наглеет наш эскорт. Мы посылаем их домой, к любимым леди. И где-то в натовских штабах тревогу бьют, и все в бегах пришли в Атлантику российские медведи. Пришли в Атлантику медведи. Жаль, в океане нет дороги, он для нас как сеносток. Нам отыскать в нем надо чертову иголку. И ищем мы на риск и страх авианосец на волнах. А не найдем, то все задание без толку. И крик, я вижу командир, вдруг разорвет не мой эфир. Железный ящик с высоты уже заметен. Там чертыхнется адмирал, размылся строй и оврал. А мы так счастливы, как маленькие дети. Качет нам крыльями эскорт, пошлет доклад про русский борт. И уберутся наши летные соседи. У них в штабах дадут отбой, лишь будут спорить меж собой. Когда опять придут в Атлантику, медведи придут. Ой, придут в Атлантику, медведи. Мы на свидание идем, друг друга с танкером найдем. И семь потов сойдет, но мы поймаем конус. Хоть тяжело держать режим, мы каждой тонной дорожим. А турбулентность нам повысит общий тонус. Наш самолет гудит устав, он помнит разные места. Вьетнам, Ангола, Куба и Гвинея. Отцы летали там до нас, но если б дали нам приказ, мы обязательно смогли, ведь мы умеем. И экипаж он просто смог, и пусть усталость валит с ног, но мы так рады нашей маленькой победе, что нас совсем не клонит сон. Не спит сегодня гарнизон, домой вернулись из Атлантики медведи. Пришли домой медведи, идут в развалочку медведи. Домой, любимые медведи, медведи.
медведи. Медведи. Спасибо. Ну, чтобы не уходить далеко от бомбардировочной темы. Воздух августом расплавлен, а происходит стучит бегство. Под завязкой заправлен, и подвешены все средства. И для птиц сирена воет, опустили капониры. Пахнет в воздухе войною, значит, миру не до мира. Миру явно не до мира. Ночи, видимо, до ночи. Тяжелый мне маячит. Я не нож, но я заточен под военные задачи. Коль в верхах большие лица не нашли для мира повод, не смогли договориться, значит, я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною наравне эти двое, что во мне, время чая на всех часах. Только стрелка мне решить, сколько нам летать и жить. Наши судьбы на весах, где там небесах. Нам троим адреналина добавляет неизвестность. Не жалею керосина, я облизываю местность. Где-то рядом неприятеля, мне сейчас не до капризов. Включим главный выключатель, мы всех выключим, кто снизу. Выключаем тех, кто снизу. Напоследок огнем и громом огрызается поверхность. Контингент и там не промах, повышает нашу смертность. И в кабине эти двое на приборы смотрят хмуро. Я как будто сильно болен. Кашель, жар, температура. Кашель, жар, температура. И отчаянно втроем через небо напролом, как на рваных парусах. Мы то вверх, то снова вниз. На кону всего лишь жизнь. Наши судьбы на весах. Где там небесах? Нам трое живы, оба не убиты. Хоть по мне влупили точно. И орёт им тетя Рита, чтоб на воздух вышли срочно. Эти двое, как на мине, велика цена задержки. Но плечом к плечу в кабине держат ручки, а не держки. Не хватает задержки. Прохочу его эскадрилью, даже если инвалидность. Я не складываю крылья, а меняю стреловидность. Возвращаемся из боя, пусть мы еле волочемся, но в кабине эти двое верят в то, что мы вернемся. Обязательно вернемся. Мы вернемся. На войне, как на войне, даже если ты в огне, надо верить в чудеса. Что бы ни было, держись, и тогда не смерть, а жизнь перевесит на весах. Где там небесах? Где?
где-то в небесах. Где-то в небесах. Спасибо. Вадим Захаров.